Всем привет! Мы очень рады, что у нас была такая прекрасная возможность этим летом познакомиться со всеми вами, провести эти почти 2 недели, привезти вам подарки и выучить многие песенки с вами и просто насладиться общением. А сейчас мы хотим вас поздравить с Рождеством! Привет! С Новым годом вас, с Рождеством, с праздниками. У нас уже наступил. У нас уже холодно, греемся. Вот. 100 градусов, наверное. Да. Ну что, ребят, хотим вас поздравить с Рождеством, с Новым годом. Ну или, короче, когда вы получите эту запись. Привет всем, мои дорогие алые паруса, все ребята и все, кто еще меня помнит. Меня зовут Яна. И я просто хотела передать вам огромный привет и хотела вас поздравить со всеми праздниками, и что я помню всех вас, и Кристиночку, и всех девчонок, особенно мои ребята, кто были в моей команде, когда мы с Аней были. И просто хотела вам передать огромный привет, что я вас помню, вспоминаю, постоянно смотрю фотографии и... Просто хотела сказать, что я не забываю, молюсь, помню всех вас и просто очень сильно скучаю. Так что вы тоже не скучайте. Пожелание, что я вам хотела сказать, чтобы вы не забывали Бога, не забывали любить друг друга, потому что это то, что самое главное, то, что останется у вас, это ваша любовь между друг другом и друг другу, и также Господа. Так что не забывайте Бога, не забывайте нас, и мы вас очень сильно любим. Пока! А вам тоже желаем всего хорошего, чтобы вы тоже вспоминали все хорошее. И надеюсь, мы с вами пробуем продолжать общаться. Это моя надежда. Даст Бог, еще свидимся. Привет всем! Сегодня у нас самый снежный день, самый первый день зимы. У нас тут навалило очень много снега. А также хочу вас всех поздравить с наступающим Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать, чтобы у вас в новом году было больше радостных дней, больше улыбок, счастья, чтобы не болели. Также, чтобы хорошо закончили учебный год и чтобы ждали нас, чтобы мы приехали к вам летом. А я уже чуть-чуть замерз. Все. Прекрасных праздников, с Рождеством вас, с Новым годом. Хотим, чтобы Новый год у вас был замечательный, наполненный радостью, миром, любовью. Всех-всех поздравляем, всех работников Алого Паруса поздравляем сердечно. Всех помним вас, любим вас, скучаем за вами, надеемся на еще одну встречу с вами, даст Бог. Вы всегда у нас в сердце, мы вас молимся, чтобы все у вас было классно. Не забывайте нас. Пока.
Здравствуйте, мои самые дорогие и любимые. Мы хотим вас поздравить с Рождеством и с Новым годом. Мы вас очень сильно любим. Мы помним о вас. Я верю, что, может быть, дай Бог, в следующем году мы сможем с вами встретиться. И огромное-огромное пожелание всем, чтобы ваши мечты, ваши желания не сбывались. Все, всем пока! Это Аня. Хочу пожелать вам всего наилучшего в это Рождество и Новый год. И самое главное — любви. Без нее никуда никто не денется. Любви друг к другу, к себе самим. И помните, что мы празднуем Рождество из-за того, что Иисус нас так сильно полюбил, что Он решил прийти на эту землю и умереть за место нас и примирить нас с Богом. Спасибо вам огромное за все. И надеюсь, увидимся в скором будущем. Всего хорошего, и чтобы вы сделали в своей жизни меньше ошибок, за которые вам потом придется жалеть. Аминь. Хочу передать всем, кто меня помнит, выпускникам, конечно, передал бы, но их уже нету. Грихи передал бы Чебуратору моему, здорово, греха. Юрцу, Олежке. Ну всем, короче, всем, кто меня еще помнит, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас все было, а вам за это ничего не было. Такая знакомая русская фраза. Ну а в первую очередь, это благословение вам. И то, о чем мы вам говорили, чтобы вы это помнили, применяли в своей жизни. Ульянос. Привет всем! С Рождеством и с Новым годом! Я скучаю тебя и... Я хочу встретимся очень скоро, с Новым годом, и я люблю тебя. Пока! Хочу присоединиться к ее пожеланиям, с Рождеством вам, с Новым годом, счастья вам, здоровья, классных вам выходных. Мы вас любим. Очень сильно любим. Очень сильно любим. Давайте.